мы в Венеции. Шутка. Не в Венеции, но похоже. Не поверите, но это Милан. Есть такой район, как он называется, я сейчас забыла. Но, в общем, вот так выглядят окрестности этого района. Здесь есть канальчики. Есть Гранд-канал, один из самых старинных в Европе, был построен в 12 веке, штучный канал. И по бокам этого канала очень симпатичные домики, кафешечки. Этот канал более спокойный, а есть второй, который более оживленный. Очень много людей, молодежи, кто-то встречается обсудить рабочие дела, кто-то встречается выпить бутылочку пива и просто оттянуться. Там можно заказать аперитиво. Аперитивы — это такая услуга, как happy hours, так сказать. Заказываешь коктейль, и закуски идут бесплатно. Коктейль, значит, такое предложение стоит около 6 до 12 евро, в зависимости от в каком заведении заказываешь. То есть напиток — это пиво или вино, или еще что-то. И закуски в основном — это оливки, бутерброды, колбаса, сыр и нарезка овощная. Ну, то, что мы увидели на столах у людей. Друзья, проверила. Район называется Навильо Гранде. Вот. Он находится недалеко от центра города, есть много транспорта сюда, это метро, трамвайчики. В Милане очень много маленьких таких старинных трамваев, некоторые из них вот действительно уже ходят около сотни лет, и они в таком старинном, необычном стиле, поэтому очень рекомендуем воспользоваться. Стоимость проезда на сегодняшний день евро 50, но есть много разных условий, поэтому лучше смотреть на месте. Ну, вот такие вот каналы. Приятное место для прогулок, уточки, природа.